действием в Российском доме науки и культуры в Берлине. Наш дом функционирует с 1984 года. Это центр культуры и образования как для наших соотечественников, которые проживают в Германии, а также для многих немцев, которые интересуются культурой народов России. У нас регулярно проводятся концерты, выставки, семинары, конференции. В доме работает библиотека, курсы русского языка, всевозможные студии и школы творчества для детей. Также в нашем доме расположены райзо-бюро, которые направлены на Россию и страны СНГ. Есть книжный магазин «Русская книга» и работает ряд немецких обществ, которые занимаются контактами с Россией. Например, общество «Берлинские друзья народов России». Есть также у нас Федеральный союз немецких обществ Запад-Восток, который координирует работу обществ дружбы с Россией и странами СНГ, которые располагаются в более чем 70 странах мира. Счетчик работает. Наш дом знают и любят многие жители Берлина. Достаточно сказать, что ежегодно мы принимаем у себя более 250 тысяч человек. То есть четверть миллиона каждый год находит дорогу в наш дом. Это и пионеры, так будем шутить, и пенсионеры. Есть классика, есть фольклор. То есть интересы для разных групп людей. Мы пытаемся представить все самое интересное и хорошее, что есть в сфере науки, образования, культуры России. Немецкие коллеги используют наш потенциал. Допустим, мы делали презентацию здесь региона Ольденбург, где также показали возможность сотрудничества между Россией и Германией в области науки, образования, ну и также экономической сферы. Можно характеризовать нашу деятельность. Мы поем, пляшем, подпрыгиваем. В нашем доме всегда весело, всегда активно. Есть возможность реализовать всем и все. Вот я тоже решил попробовать показать свое видение Берлина в части проведения фестиваля света. Как известно, в октябре уже несколько лет подряд в Берлине проходит фестиваль света, когда наиболее известные общественные здания подсвечиваются, это такой праздник света привлекает многих людей. Наша главная организация в Москве называется «Россотрудничество». В прошлом году мы отметили 85-летний юбилей с начала ее деятельности. Первоначально она называлась ВОКС – Всесоюзное общество культурных связей. А затем сменилось название на СОД – Союз Советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Далее был Розенберг-центр, и последние два года мы называемся Федеральное агентство Россотрудничества. И вот здесь представлены руководители нашей организации в разные годы. Общаемся с нашими коллегами, друзьями, которые помогают нам организовывать проведение концертов и крупных мероприятий. Стараемся всегда держаться на уровне. Я здесь уже работаю почти 4 года. Здесь такая аура. Фридрихштрассе, центр Берлина. Не проходят немцы мимо. Русский дом здесь расположен, путь к нему совсем не сложен. Любят люди культ-уют. Здесь танцуют и поют.